Школьники Одинцовского городского округа примут участие в программе «Билет в будущее». Она реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования с 2018 года. За два года в программе ранней профессиональной ориентации приняли участие более 1 000 000 школьников. Она знакомит учащихся с миром профессий и позволяет им под руководством опытных наставников пробовать свои силы в разных областях производства. Мероприятия проекта начнутся в середине лета. Часть из них пройдет в онлайн-формате.